Казалось бы, нас трудно удивить астрофотографиями. Уж сколько мы видели снимков, даже той же М51, что и не перечесть. И все же Альваро Пересу удался вот такой поразительно четкий снимок объекта, который рисовали еще от руки такие монстры-любители, как лорд Парсонс, третий граф Росса, сэр Уильям Гершель и сестра Ея Каролина. Ну а фотографировали его все, кто умеет отличать ось склонений от оси прямых восхождений и знает секреты обработки спиртовым раствором фокальной плоскости главного зеркала телескопа. В приполярных областях нашей галактики, которые накладываются, пересекаются, но не совпадают с приполярными областями земного неба, сравнительно немного галактической пыли, газа и звезд, поэтому пытливому взору космологов Вселенная предстает в своем первозданном виде. Посмотрите на фон. Он содержит так много пушистых пятен, и каждая из них – галактика, галактище или галактесса. Ну а на переднем плане всего этого великолепия тускло мерцает красавица NGC 5194 и ее компаньон – маленькая NGC 5195, которая когда-то врезалась в водоворот, прошила его рукав своей массой насквозь и отправилась дальше, оставив за собой причудливые искажения и взрывы звездных рождений почти по всей М51. Оттого эта мощная спираль выглядит так привлекательно, энергично и фотогенично, брызгая во все стороны рукавами настоящего, 100% атомарного и молекулярного водорода. Водоворот? Нет, настоящий водоворот. Ищите водоворот М51 под хвостом Большой Медведицы, под крайней звездой Бенет-Наш, в ручке ковша, вниз, к северу и слегка к западу.